Спасибо, хорошо. Спасибо большое. Убедились, что этот формат полезен. Если кто-то вознамерится вмешаться в происходящие события со стороны, то они должны знать, да, и будут создавать для России неприемлемые для нас угрозы стратегического характера, они должны знать, что наш ответ на встречные удары будут молниеносными, быстрыми. У нас есть для этого все инструменты, такие, которыми не может сейчас похвастаться никто, а мы хвастаться не будем. Мы будем их использовать, если потребуется. И хочу, чтобы все об этом знали. Принято. В результате мы не просто, принимая меры, о которых я только что сказал, смягчили, но, как уже было сказано, отразили, блокировали самый первый, как считали на Западе, сокрушительный удар от нелегитимных санкций против нашей страны. Наша банковская система, национальная валюта, транспорт, торговля, экономика в целом устояли и не посыпались. Нет. Наоборот, располагают сейчас хорошим ресурсом для развития, для запуска новых проектов в инфраструктуре, промышленности, в освоении и раскрытии потенциалов всех наших регионов, инвесторов. Все эти задачи для развития национальной юрисдикции без поучений и вмешательства.